Церемония посвящения молодых нефтяников – ежегодная традиция со сложившимися ритуалами и неизменно торжественной атмосферой. Как правило, молодые специалисты к этому времени уже успели влиться в коллектив и осознали, что сделали верный выбор в жизни. Спустя годы сотрудники РНПК лишь убеждаются в этом. Свою жизнь с нефтепереработкой я связал еще в 10 классе. Все года, это был 2007 год, завод проводил олимпиаду по химии для школьников. Я стал призером олимпиады, потом получил целевое направление в ВУЗ. Каждый год приезжал летом на практику, проходил здесь производственную практику, а потом так же, как и вы, прошел путь молодого специалиста. Активно участвовал в мероприятиях и даже сегодня перед началом данного мероприятия видел свою фотографию здесь на слайде. К чему все это я? Хотел бы вам сказать, что на заводе выстроена эффективная система развития и подготовки кадров. Вам предоставляются огромные возможности для становления и развития ваших профессиональных компетенций. Каждый из юношей и девушек, поступивших на работу в РНПК после студенческой скамьи, уже лучшие из лучших. Но при столь серьезном старте их подготовка и профессиональный рост не заканчиваются. Работа в РНПК только начало. Впереди и участие в научных конференциях, и переподготовка, и повышение квалификации. Хотелось бы, чтобы те школьники, сегодняшние школьники, которые заканчивают 10-11 классы, те студенты, которые выпускаются с наших профинститутов, понимали, что мы к этому относимся серьезно. Мы относимся серьезно и к их будущему, к нашему настоящему, и понимаем, что без них развития компании нет. Отсюда такое отношение, отсюда такой подход. Кульминация церемонии – своеобразная отметка нефтью и произнесение клятвы на верность профессии. Парни и девушки пообещали повышать свой профессиональный уровень и вносить достойный вклад в укрепление нефтяной отрасли. Подготовке кадров и поддержке молодых специалистов нефтезавод уделяет значительное внимание. В рамках корпоративной программы предприятие закрепляет за каждым специалистом наставника, который в течение 3 лет обучает и погружает в профессию, знакомит с коллективом, отвечает на вопросы. Церемония посвящения – один из этапов адаптации новых сотрудников, который уже доказал свою эффективность. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».